пупов набирать. Вот не надо пупов, пусть пуки сами закрывают. Так а что, пускай люди получают. Ну чё, Войд, как ты себя с чешкой чувствуешь? Ладно, Патя. Кстати, Войд, да, за чешку. Ну как, на этом поднялся хоть на 1000 ДПС? Кир его знает. Ой, не Можно знаю. Вот зомом бы точно поднялся. А там разница-то. 50 силы атаки, по-моему, или 30. Дайте на пчелке насист, значит, чувака вот возьму с ОВГ. Да хватит с чуваков с ЛФГ набирать. Чё ты злой-то? Пусть себе так сделает. За голод продадим, свод, чё ты хочешь? Я не на... А, продадим? Ну ладно, продадим можно. 500 голды и делаем кату. Не, просто я не люблю две вещи. Это одевать голых чужих твинов и одевать голых чужих мейнов. Не сагильдейца. Вот это меня просто раздражает. А я голый чужой мейн. Мы не знаем, голые это сейчас или нет. Ты ебанутый. Это не просто... знаю. Смотрите, у меня есть магматический котенок. Вот, видите, да. Молодец. Блин, я бы тупо за такой ник не взял его. Какой? На самом деле, можно сейчас всей гильдой скинуться по репорту. В этот... Очко дровых, ну да. Парень с фантазией. Конечно. Блин, а мне нравится этот ник. Всем отрепортить Войда, что он типа не залутнул. Да, 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 да. Согласен. Я еще предлагаю трет на форуме создать. Саммер, подходи сюда, Саммер. Фельдшер, прыгай, не бойся, я кину. Саммер, иди сюда, Саммер. Пошли с моста прыгать под левитацией. С моста прыгать, давай вниз быстрее убьем босса, мне в магазин надо идти, а то мне сейчас съедят. Давайте бафните ДК и погнали. Так а шо, суммонить? Кого суммонить? Я сейчас в босса влечу. Он сразу ставится? Микстур кагрю быстрее, я там бегу по воздуху. Поехали, Геруспула. Все, все, поехали. Геру. Понятно. О, нифига, ты чё, озвучка с Хадира, что ли? Вов со звуком играет. Я тоже всегда будет удивляю. Проверка на рака. Я рак не проверяю. Турбо царь, вы в РБК были? Я по двум ходил. Ну, по геровским этим новым. Ну, по новым нет, не ходил. Кузни и сетецкие, по-моему. А кузни и сетецкие, что походу. Ну, если ты хочешь предложить пойти, я не хочу. Ну, я хочу предложить пойти. Бабах. А кому еще раз кату делаем? Шар. Как раз вот. Смотри-ка, надо ДПС даем. Пуга взяли, пугу делаем гильдой. Нормально, 13к. Да. Хотя можно больше. Да, уж больше. Не, ну Т4 шаман и рулер. Плюс у нее сережек нету, но нормально, плохо. До сих пор еще кристаллик этот добивается. Да ДПС вообще нету что-то. Согласен. Все, кто ниже первого места, не ДПС.
Те, кто не жизнь, место не довесь. Кто выше, тот гнида. Его убили, опять надо бить. Опять надо бить. У него две фазы. Нормально, босс не себя отражение просто. Ну, на 6 хилов пать. Ну, пусть хилят. Я думаю, чего он так долго? Себя. Сейчас еще окажется, что у нас 3 танка хватит. Ну, как минимум их 2. Ой, спекнулся, забыл. Ути, да. Начислите там рейды. А сколько? 200. За боссов будем этих по 200 давать. Третья, вторая, первая карта. Не, ну за первую, вторую можно чуть побольше. Ну вторая там, по-моему, не настолько. Короче, смотри, четвертая 150, третья, грубо говоря, 200. Да четвертую с пугами сделают. Да нифига, не, надо все равно. Короче, четвертую 150, эту 200, вторую 300 и 500 за первую карту. Если скидку. А мы за первую карту как зерто давай.